Я, Долганов Егор Андреевич, проживающий город Волгоград, был сюда незаконно отправлен. Меня аж подбили свои в голову. Украинские медики дали мне помощь. Мам, забери меня отсюда. Что вы здесь делаете? Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого. Я Науменко Дмитрий Николаевич, 18.09.2001 года рождения, военнослужащий 33-го полка, находящийся в городе Камышин, Волгоградской области. Мама, прошу, забери меня отсюда. Тоже говорили то, что по мирным жителям не бить, объезжаем, все это, ну, значит, вы врете, по садикам бьете, по мирным домам бьете, там же дети. Если вот смотрите, на самом деле, обратитесь, обращайтесь, там, кто, Владимир Владимирович, пускай смоет, хватит, хорош, здесь вообще, блин, здесь мясо одно, вы маленьких детей убиваете. Я Лиховидов Владислав Владимирович, 01.08.1998 года рождения, гражданин Российской Федерации, был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой, я не хочу здесь больше находиться.